Ну вот, как-то так. Ванна подготовлена к капитальному ремонту. Произведен демонтаж старой плитки, напольной и настенной. Значит, сейчас здесь будет полностью замена всех труб водопровода, отвод горячей и холодной воды, замена труб, перестановка непосредственно счетчиков воды. Значит, сам дизайн-проект уже готов. Ванна будет очень оригинальная и, скажем так, необычная. Вот. Ну, стены еще будут подготовлены дополнительно. Вот этого вот ничего не будет. То есть стены будут все вот такие. Вот видите, как вот эта стена. То есть белого не будет. Будет только синенькая. Ну, до бетона. Вот таким образом еще раз вам покажу. Это стояк, который будет утепляться для шумоизоляции утеплителем. И уже здесь будет отвод непосредственно к душевой кабине, которая будет непосредственно в этом углу. Вот. И будет переведена вода, которая проходит на кухню. Немножко сделано здесь не продумано. Поэтому будет исправлено. Вот, как-то так. Ну, посмотрим, что получится. Сегодня попробовали новый материал, новую шумоизоляцию. Друзья, мы закончили сегодня ванну. Вот как выглядит наша столешница. Еще дверь не установили. Но дверь хозяйка чуть-чуть позже сказала. Прикольный кран. И вот здесь мы чуть-чуть замучились. Кафель с кафелем. Посмотрите, как получился. Так тонко отрезали, 45 градусов. Там наверху также. И здесь лючок секретный. Но здесь рехаус. А мы здесь фонарик установили с батареей. Здесь утеплили. Типа шумоизоляция. Сушилка здесь, туалетик удобно, трап. Полочки